я уеду туда, где не ждут, где не знают меня и не помнят ни дома, ни периметры комнат. И на улице не позовут, там нет памяти прошлых дорог, ситуаций, намеков на запах. Можно странной, смешной быть и слабой, жизни ход не читать между строк. Можно странной, смешной быть и слабой, жизни ход не читать между строк. Я не буду смотреть на часы и планировать жизнь поминутно и доказывать что-то кому-то. Я не буду, хочу тишины, не хочу многозначности слов, что не делают в жизни погоды и людей, что толкут в ступе воду персонажей из призрачных снов и людей, что толкут в ступе воду персонажей из призрачных снов и того, что уже не вернуть. Да и надо ли? В принципе, вряд ли. Лучше выбросить эти закладки, потому как сюжеты не суть. Смысла нет начинать все опять, надо просто продолжить путь дальше без излишних нагрузок и фальши, позволяя себе отдыхать без излишних нагрузок и фальши, позволяя себе отдыхать. И без повода, как можно чаще, душу радовать и баловать, и себя тоже раньше бы знать.